вынимаем из мешка, разматываем, цепляемся всем, чем можем. Отцепляем. Берем основную палатку, растягиваем дно на 4 угла. Ориентация сейчас не важна, потому что потом переставим как надо. Берем дуги. Развязываем. Выпинываем. Чехольчик не теряем. И палатку. Хорошо потрясти, если то она сама, конечно, заскочит. Потому что тут резинка. Вот дырочка. Вставляем. Метнулись к другой дырочке. Вставляем. Укладываем. Да. По диагонали, короче. По диагонали. Пока, подожди, я дырочку сниму покрупнее. Дырочка как дырочка. Так, вот и все. Вперед так. И пристегиваем крючки. Получается, она как бы висит на дугах, да? Да. В распор. А как палатка называется? Где-то написано. Я брала БУ, поэтому... Я брала, дайте походить. Потом решила. Что ты проверила, говори. Вот. Смотри. Все. Ставим, куда мы хотим. Входом, например. Видишь, в одно рыло таскается. Давай входом не сюда, чтобы выйти вот сюда. Давай к Вале. Давай к Вале. Входом. Ну теперь тент. Ну тут надо, конечно, растянуть, наверное. Ну давай, все делай как надо. Мне хоть полочки пачкать. Ничего, ничего, пачкай. Ничего не выйдет, тут камни. Нечего пачкать. Че, они втыкаются? Нет. Это ж скала. Ну вон, Валентина воткнула. Вообще-то у нее трава, а у нас все сожрано. Ну, еле-еле втыкается. Ты видела, какой вчера был ветер? И что? Ну, ничего, и сегодня такой может быть. А мы же внутри. Ну, а если мы вышли? А там спальники.
стороны такой большой. Собственно, я...